Привет всем подписчикам Барнауда ЦДУ в Одноклассниках. Наступил вечер 10 октября. Как и обещали, начинаем подводить итоги нашего совместного розыгрыша с Adidas Reebok на Тимуровске. Магазин спортивной обуви, одежды и так далее. Очень крутые подарки в этот раз были у нас. На кону у нас три призовых места. Первое место — это любой фирменный пуховик или куртка Adidas Reebok на выбор. Второе место — это любая фирменная кофта Adidas или Reebok на выбор. И третье место – любая фирменная шапка Adidas Reebok на выбор. На улице холодает, подарки в принципе актуальны, очень крутые, поэтому розыгрыш зашел очень круто. Всего поставлено 1194 номера, сотни повторов были удалены, и несколько человек было забанено, потому что они ставили одинаковые номера, либо они ставили специально много номеров разных, чем самым пытались увеличить свои шансы на победу. Но такое у нас запрещено, пресекается, и поэтому люди были заблокированы до окончания розыгрыша. Итого у нас 1194 номера будут участвовать в генераторе случайных чисел. Ну что ж, начнем подводить итоги. Заходим в Яндекс, наводим генератор случайных чисел, нам нужен. Записываем видео, чтобы вы понимали, что все проходит честно, максимально прозрачно. Тут же это видео комментируем, чтобы вы сами понимали, как подводятся эти итоги розыгрыша. Ничего секретного, там подделанного ничего нет. Все проводим чисто, максимально прозрачно. Номер 1194 последний. Тут люди жалуются, что мы подводим поздно всегда итоги розыгрыша, но у нас очень большой объем работы, и ночью, когда стихает пик активности у наших пользователей, мы начинаем подводить итоги. Так уже много лет, поэтому надеемся на понимание. Итак, генератор случайных чисел номер 1194 от 1 до 1194 диапазон выбора победителей. Три случайных числа нам необходимо, и мы будем их проверять, состоят ли в группе эти, сказать, претенденты на победу или не состоят в группе. Это необходимо было условие розыгрыша — вступить в группу нашего партнера. Итак, внимание, счастливые три числа: 391, 1095 и 624. Номер 391 претендует за первое место, номер 1095 за второе и 624 за третье. 1095 у нас сейчас ближе всех, посмотрим. 1095, кто же у нас под этим номером будет второе место? Итак, внимание, Татьяна Сушкова, либо Сушкова, не знаю как правильно, без обид. Проверяем, в группе состоит или нет. Если состоит, то она становится обладателем второго места. Состоит Татьяна у нас в группе. Поздравляем ее. Она получает второе место. Просьба сразу открыть личные сообщения, чтобы мы могли с вами связаться и рассказать, как забрать подарки. Итак, номер 624 у нас теперь ближайший. За третье место смотрим номер этот. Очень большой ажиотаж вызвал розыгрыш. Очень много было спутано номеров. Специально оставили левые номера, так сказать, провокаторы, которые потом были забанены. Ну, такое бывает. Люди бывают разные. Кто-то играет по-честному и выигрывает. Кто-то вот пытается через всякие нарушения увеличить свои шансы на победу. Так, номер 624 нам нужен. Опс, чуть не пролистал. Так, номер 624, внимание. Аж подвисает компьютер из-за того, что большое количество номеров подгружено. Вот он у нас, номер 624, Лена Просто. Вот такой вот интересный аккаунт. Посмотрим, состоит ли Лена в группе. Да, состоит. Она становится обладателем третьего места, с чем мы ее и поздравляем. Так, второе, третье место у нас определены. Осталось
Проверите номер 391 за первое место. Подвисает компьютер из-за того, что очень много номеров поставлено. Мы специально записываем видеоролики с комментариями, вот такие, то есть в ручном режиме, чтобы максимально показать, что нет никаких подделок. Все часто пишут, что там какие-то, так сказать, заранее определены победители и так далее. Ничего заранее не определено, все проводится честно, максимально прозрачно. Сами можете за это посмотреть, увидеть. Так, номер 391 у нас. Так, смотрим номер 391. Пролистал чуть-чуть. Номер 390, 91, 92, 93, 391. Оксана АА. Интересно, конечно, в Одноклассниках у всех аккаунты такие. Нормально, фамилии нет. Так далее. Ну что ж, проверяем, состоит ли Оксана в группе. Если да, то она становится обладателем первого места. Состоит. Поздравляем Оксану, она становится обладателем главного подарка, а именно фирменный пуховик или куртка Adidas и Reebok. Второе место — это кофта Adidas и Reebok, и третье место — шапка Adidas и Reebok на выбор. Поздравляем Оксану, Татьяну и Лену с победой в розыгрыше. В личные сообщения обязательно открывайте. Сейчас напишем, как забрать эти подарки. Придете, выберете подарки. Обязательно сделайте фотографии, оставьте фотоотзывы в нашем фотоальбоме розыгрыша Барнаул-22 с нашими друзьями. Там уже оставлены десятки, сотни отзывов от победителей, которые получили подарки в наших розыгрышах. Всем выражаем благодарность за участие в розыгрыше. Надеемся, удача улыбнется в остальных розыгрышах, и все получат свои призы. Всем спасибо за внимание. Всем пока.